Здравствуйте, наши подписчики. Вот и наступил Новый год. Мы приехали с перегона. Вот сегодня мы здесь кормим наших лошадей. Машина доехала в нормальном состоянии. Мы всех благодарим, кто нас встречал и кто нас провожал. Все там гостеприимные люди были. Все провожали, все встречали. Всем привет, если нас видите. Здесь жили наши предки. До войны это было, здесь они, вон там им дом стоят, если видно. И здесь они через, если здесь лес пройдешь, там тоже такой алаз есть, они, ну, соседи называются, через алаз они всегда там соседям ходили. Дрова и сено тоже всегда возили бычками, они так, такие деревянные ложки делали и таскали. Они жили в балагане, там пола не было. Половина балагана был пастбищей, там стояли коровы, а половина там лежали сами хозяева. Вокруг костра там был камылек, печка такая называется у нас. И там они там согревались. Настиля не было, просто в земле они там ходили. Вот так они жили в древние времена у нас. И вот сегодня мы будем показывать вам наш перегон, наш перегон с КАМАЗом, с Челнов. И вы все увидите и услышите сами. Поехали! Халата, да? Доллара, не лайка доллара. Лайка ты там, да? Айка. Уолатер бен, бо Москва атаран ремен. Уолатер батлар, да? Да-да. Уже машину налар. Вот едем на набережные Челны. Уже в аэропорт едем. Сейчас пообедаем и прямиком в аэропорт поедем. Там зайдем билеты, возьмем билеты и будем ждать перелета. Сегодня у нас за бортом очень холодно, 45 или 44. Ну, в телефоне у меня показывает 43 градуса. Ну, побольше, наверное, будет за бортом. Я просто с дома на машину сразу пересел и не почувствовал так холод-то. Если долго стоять, наверное, будет холодно. Вот так. Ощущается как 50 где-то. Ну, вроде так. Когда мы подробнее. Комментарий да и на. Да, арта. Бо, машина когда ты говорил их так, букин нерге, присыпал их так вот. Вот это чем не то, а я круто говорил их так, сапте. Та ста и на сапте. Радин на что идет один. Ну. Если бы я не видел бородину, ну контролю не сапте. Понял, понял. А, он не так. Да. Брат остается здесь машину продавать для прицепа. Уезжаем. Послезавтра должен деньги отправлять. Но... Он нам должен уже. Он нам должен. Рамка. Сейчас я вас сразу попробую завести.
Ой, ёпта, самолёт. Нижнекамск-то? С пересадкой же летит. Здравствуйте. Ильнар. Давид. Очень приятно. Присаживайтесь. Опа. Ну как? Как прилетели, как сели, как посадка. Да. Все отлично. Все отлично. Получилось. Ну все. Хорошо. Главное, сели у тебя. Самое главное, сели. Добрались. Вот как заехали, я так понял, ну, так и нигде не нашли место курить. Чуть не остали от самолета. Шереметьево искали. Место для курения. И так и не нашли. Да, там аэропорт огромный, наверное, найдешь сразу. А здесь как родина так. Маленький так, сразу на улице выскочил. Отсюда сколько километров? До города? До города. Километров 20 где-то. Мы сейчас минут за 10 доедем.
Там прям наши дальнейшие действия какие сейчас. Заселяемся в отель. Ну. Прям у нас при въезде в город. И также он недалеко от нашей базы. Хорошо. Вот. Завтра в 9 часов ориентировочно я за вами приеду. Возможно, с Эльсуром приедем. Посмотрим, как получится. Другими делами за. Есть там магазин продуктовый? Продуктовый магазин прям вот в отеле есть. В этом, на первом этаже. Это отель или квартира? Отель. В Москве тоже туман? Да, видно. Везде облачко так стоит. Ничего не видно. Приехали в отель. Сейчас нас поместят, оформят. Завтра сказали. На базу. Пойдем в шум смотреть наш фигач. С утра DVD, говорят. Сегодня отдых. Говорят, что здесь теперь места нет. Куда нам деваться, не знаем. А найдем, наверное. Бывает и такое. Да. Мажорная ситуация, да? А? Мажорная ситуация. Форс-мажор. Алло, Радик. Понимаешь. Слушай, здесь в отеле места нет, мы же заранее забивали, да? Перебрали. Не включайте свет. Включайте, работает, все. Вы, мужики, не делайте. Туалетную бумагу принесу, еще одни шлепки. Вот, получили квартиру. Сейчас отдыхать будем, пойдем поужинаем. Устали с дороги немножко. Ну что, завтра день покажет. Завтра за Чигачёво. Ну вот, привада, ненормальная ситуация была. Гостиницу там говорили, что забронировали. А пришли туда, там нету. Вот в другую квартиру пришли. И здесь оказалось есть. О, сами сказали, что... Посмотрите, понравится, возьмете, нет. Мы зашли, посмотрели, все нормально, все есть. Телевизор работает, все рабочий, тепло. Кровать есть, диван есть. Чистота, уют. Ничего не скажешь. Чуть холодновато. Вася говорит, чуть холодновато. Ничего, согреется. Окно закрылишь. Вот так. Сегодня футбол будет, футбол будем смотреть. Лига чемпионов. Уверенный ведь. Тут стоит наш красавчик, да? Ух! Володя. Пока, да, конечно, потом уже там. Доброе утро! Здравствуйте! Непривычно, когда снимает меня, а не я снимаю! Приветствую! Вот как оно обычно происходит, да? Неприятно, кстати, неприятно. Приятно, когда я снимаю. Ну что, это то, что я снимал или нет? Видео фотошопа не было? Это не реально было. Как было? Реально должно быть. Должно быть, да. Еще лучше смотрится вживую. Ну, вживую, да, должно быть еще поинтересней. Блин, вот. Я на мойку хотел сходить. Очень на мойку не успели. Ну, дорога, блин, видишь, все растает. Друзья, здравствуйте, вас приветствует город Набережные Челны, Республика Татарстан. Вот Дивид Дичковский, который сам в кадр не попадает, походу, ни разу. Встретили наших дорогих гостей, к сожалению, не сам, а наш Ильнар встретил, поэтому... Сейчас квартиру найдем, КамАЗ вот, нужно кататься, обкатывать, поднимать вдоль и поперек. По клиентам видно, что вроде как, надеюсь, что разбираются в КамАЗах, что в принципе важно. Разберемся. Потому что... И оказывается, у вас холодно, чем у нас в Якутии. Нет, но я думаю... Всю ночь не спали, замерзали. Но вы же холод должны привезти, как обычно. Вот как раз сегодня и должно подморозить, и снег. Так что якутский мороз до нас добрался. Нет, пускай не доберется. Хотя бы чуть-чуть кайфанем чуть-чуть. Тепло. Ну вот уже сегодня минус 8 или 10 уже будет.
более-менее. Вчера, когда мы улетели, было там 45. Ага. 45? А мы сели, мы все не забыли. Там Даша одна, спасибо, там локально там были. А мы прилетаем сегодня? Да. Ну, 60 долбанет там, все шланги, там все резины, там как бы... Вот машина стоит и... Начали скрывать, там отваливается все резины. Приехали за нашим тягачом, вот она стоит. И было всегда красавчик. Мне кажется, он вообще большая, огромная. Лично сработал бы, да? Да. Если вот так не касается. Шандерокки. Ну вот я на втором году на Волге езжу. У него тут же резины, все. Все сами где там. Как резины, презентива там. Кто они где-то не все? Все меняют. Как это все-таки необычно. Вот еще сейчас попробуем, поедем по нем, будем кататься, проверять. Вот только что завели машину нашу, а с виду-то она вообще. Посмотрим, как будет работать на зимнике. Все дерьмо такая, чтобы работать на зимнике. Такая мощная машина. Вроде нигде ничего не течет, потом нормально работает. Ниже топит. Трубу до сюда. Нет, до сюда. Ну да, ну понял, на уровень этого. Да, ага. И ставить ее, да? Ставить, ага. Вот, дополнительные работы нужны нам еще перед поездкой, подготовительные. Итоговые добавим все, сделают ребята. Объясняем, как делать, показываем, что нам нужно. Идет мокрый снег, здесь тепло. Пообедали плотно, нормально. Кормят хорошо здесь, в кафешках. А Вася объясняет, да, что нам надо, как делать. Там бак будет торчать, нет? Нет. У тебя бак стоит? Уровень бака будет. На уровень бака сделал? Ага, на уровень бака. Слишком близко, там, если цепи надевать, то она задевать будет. Цепи надевать будет точно это. Вы все решили, что? Да? Все обсудили, в принципе. Электрик сидит, наверное, там? Да, сварщик. Провода вот сварщик накинул. Сварщик знает, что делать. Угу. Через два дня придем, заберем наш тягач. По полном готовности будет он. Вот так. Хорошо. Так что... Будем обмениваться языками. Да, да. Я татарским, вы на своем. По-татарски как сказали? Алабирса. Алабирса. Дай бог. В переводе. Где-то через час-полтора, наверное. Ладно, хорошо. Хорошо. И адрес скиньте, пожалуйста, ладно мне? Потому что у меня... Или вы мне скинули уже там? Точно. Подъезд какой? Это башня, что ли? А, ну вы скажите, подъезд какой еще? Закупаемся продуктами на вечерний ужин. На сегодня все с машиной, завтра утром поедем. Сейчас, вот. Вот и домой, уже пришли. Вот сняли квартиру сегодня нам. Сегодня вот только что зашли. Продукты купили на вечерний ужин. Хлеб татарский. Еще что там есть? Лапша. Сейчас все разделили. Так, Елена Владимировна у нас. А вот, а как она открывается? Что-то не пойму я. С какой? А, вот так. Наши сестры нам ладушки приготовили. Вот уже вторые сутки мы в Челны и никак не можем определиться с временем. У нас что-то акклиматизация, что ли, с временем, да.
не можем так уснуть, заснуть. Со временем у нас перепутается так. То время не рассчитаем, но заснем и все. И ночью где-то 3-2 уже просыпаемся. Непривычно как-то. Уже второй день так ходим, как зомби. То поспим, поедим, то встаем, то кино смотрим. Что-то так. Ну, наверное, через день, наверное, будем нормальными. Вот так происходит у нас пока вторые сутки. Ну, ничего, как-нибудь потерпим. Найдем свою эту... Ну, контролируем, ну, времени, с временем, наверное, будем привыкать. Со временем будем привыкать к времени этому. Квартиру сняли вчера мы. Ну, цена у них в сутки 1300 рублей стоит. За одни сутки. В Якутии цены дорогие. Ну, за сутки где-то будет 3000-1500. 3-4 тысячи будет. Ну такая большая. Это двухкомнатная квартира, там зал и комната, и душ, и туалет отдельно стоят. Вот мы едем на знаменитый рынок Гараж 500. Вот приехали в рынок Гараж 500. Сейчас будем выбирать, что нам надо. Вот здесь сегодня ночью похолодало, здесь лужа, сегодня вот готов такой. Вот так. Вы откуда приехали? Мы с Якутии. Якутия сразу видно уже. Якутские ребята. Это сколько? 7 тысяч километров, да? 8. 8 даже, да? Ну почти. Да. Как у вас погода там? Когда приехали-то? Мы позавчера приехали. Погода как? Минус, да? Минус 20? Там уже холодает, да. Под 40 уже есть. Под 40 уже, да? Ну. 46 градусов уже там. Как вы там живете-то? Мы? Да. Ну, терпим как-то уже. Ну, работаем. Как-то, или, да. Или привыкли уже, да? Ну, вам, конечно, наверное, пофиг, вот это, мороз пофиг, наверное, да? Не, ну, все равно. Холодно. Ну, у нас холодно. У нас таких морозов не бывает. Ну, надо потеплее одеваться и, конечно, вытерпишь. Лицо же мерзнет, все равно лицо уже мерзнет. Лицо, все закрывает. Вот у нас до 30 доходит чуть-чуть недельку и все. 20-25. Раньше-то у нас тоже до 40 доходило. Да. А нынче потеплело, да? О, давно уже тепло сейчас. А-а-а. Вот до 30 доходит, вот недельку там бывает. А вы давно здесь работаете, вот этим бизнесом? Я 20 лет здесь работаю. Вот этот бизнес держите, да? Да-да, генератор старт, я 20 лет. Сколько дашь? Давай. Набей. Я? Да. Где-то за 50, наверное. О, спасибо. На 65. Не угадал? 65 уже. А-а-а. 65 будет следующий год. Пока полных 64. Молодо выгляжу, да? Ну, я вижу, что... Я веселый человек, поэтому... Ну... Веселый человек. Поэтому веселый я... и позитивный, наверное. Наверное. На милиции работал, 25 лет в милиции работал. Оттуда на пенсию ушел и пожалуйста, заходите, приходите. Раньше тоже ребята с Якутии бывали, я долго с ними разговаривал. С вами вот хорошо общаться вот. Да. Ну, вы же на татарина похожи? Ну. Татарский, может, понимаете немножко? Не понимаете, да? Ну, что-то сходство вот с татарами есть. Да, говорят так. Якуты вот такие, народ они, общительные, хорошие люди. Не русские уже тогда. А я куда хорошие люди. Без комментарий. Ну зачем это? Нет. Ты же у нас человек авторитетный здесь. Ага. Да, люди стесняются, ну что. Да, конечно, реклама на всю Россию. Я, конечно, стесняюсь. Ну ничего. Посмотрим, что вы продаете. Привет из набережных Челнов. Мы с Якутска приехали. Вы с Якутска? Да. Все машины приехали, да? Володя вам машину сделал, да? Ну да, вот. Машины красивые, реклама видела ваши. Да. Да, суперские машины просто. Ну, не, этот завод, ребят. Это последний, больше лет уже есть. Это завод.
это жижа. Мамилота. Ла. Это тоже рыба. И это, да? Это вся алга будет. 20 отбор. Пусть ну, хорошо же. Ну, вернуться в Иркутск, там купить пусы. Да, и заблудить. Да, по максимуму. Все решится завтра. Все решится завтра. Все решится завтра. Быстро-быстро получается. Давид по полному подготовился в Якутии с лизинговой компанией. Ну, сколько ему пролежало? Ну, да. Седло пока покажет, его оставляем, да? Нет, меняем. Сразу. Надо уже поменять. Я вот переживаю, что вот, покататься не получается нормально. Ну, вот еще вот. Это завтра еще нам надо вот для этого подножку поставить, седло поменять. Подножку, чтобы залезать, да? Да. На эти свадьбы только завтра. Слезы пошли. Получается, сейчас уже, наверное, сын-то маленький, большой уже, да? 12 уже? А дочка вообще большая. Уры, эхал! Я в несколько раз не могу, когда стрим же сказал. Сейчас буду каждый раз говорить. Уры, эхал! Не забуду. Вот собирает так тягачи, вот рамцы, они здесь до винтиков собирают.